Безработной молодежи стало больше. Эксперты посчитали, что нетрудоустроенных девушек и юношей более 84 тысяч по всей стране. При этом безработица в этой категории растет среди городских жителей. Почему трудно найти работу, выяснял Бахром Абдуллаев. Выпускник технического колледжа и повар по специальности Бикболат Базарбаев в поисках работы. Говорит, что найти непросто, а по специальности вообще почти невозможно. Я приехал в родной город, так как работы сейчас нет. До начала зимы я в Туркестане брусчатку укладывал, но потом наступили холода и работа закончилась. Можно найти только за копейки работу. По данным агентства «Рэнкинг», в стране все больше молодых людей в положении Бикболата Базарбаева. Уровень молодежной безработицы растет именно в городах и закономерно сокращается в сельской местности. Больше всего безработных девушек и юношей в Алматы и Алматинской области. Не слишком отстала Туркестанская область. В центре занятости Шымкента считают, что дело отнюдь не в отсутствии рабочих мест. В этом году мы планируем трудоустроить более 3500 молодых людей, но зачастую молодежь не хочет работать. То есть некоторых не устраивает зарплата, а некоторым не нравится само место работы. При этом, по данным того же рэнкинга, более трети из безработной молодежи имеют высшее образование, у 5% – незаконченное высшее. Ну и почти у 40% или у 33 тысяч молодых людей от 15 до 28 лет никаких дипломов. Бахром Абдуллаев, Виталий Заинтинов, Информбюро, Шымкент. Будьте в курсе всех событий в нашей стране. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте включить колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самого важного.